приехали в первый загородный поселок деревни Образцово. Хотя сама деревня Образцово еще и далеко отсюда. Район Орловский, близлежащая деревня Образцово. Подъезд еще плохой, дорога грунтовая, ну где-то грунтовая, она где-то километр примерно. Потом идет нормальная, хорошая дорога. Ну, в сухую погоду мы проехали, подъехали сюда нормально. Эта улица называется улица Тополиная. Здесь участок крайний, который еще не ведутся работы и нет забора. Дом один. На крайнем участке тоже скважину прорыли. Видимо, уже планируют скоро работу. Здесь тоже участки принадлежат первому загородному. Еще 2 лет не прошло, как купили участки, так что еще поселок, еще если так можно его назвать, пока еще нет поселка, только строительство некоторые ведут. Еще молодое. Здесь по дороге ниже можно к реке Орлик добраться.